Травмы оказались несовместимыми с жизнью. 4-летний малыш, который выпал из окна в Струнино, скончался. Напомним, трагедия произошла 28 июля. Мама вышла на кухню, оставив сына одного в комнате с открытым окном. А в это время ребенок встал на стул, забрался на подоконник и упал с высоты 2-го этажа. При падении малыш ударился головой о жесткую поверхность, вероятно, о крышу подвала. За его жизнь несколько дней боролись врачи, но спасти ребенка не удалось. В этом году при аналогичных обстоятельствах уже пострадало 9 малышей. Для поддержания стабильности сложного состояния здоровья малыша врачебным консилиумом было принято решение о оставлении пострадавшего в условиях реанимации местной клиники. Специалисты областной больницы провели мальчику операцию. Врачи областной детской клинической больницы и федеральной клиники находились в постоянной дистанционной связи с местными врачами, определяя тактику лечения. Несмотря на принятые меры, последствия травм, полученных при вводении сосатки, оказались несовместимыми с жизнью мальчика.